только принимается широкой колеи продукции, хранится, если нужно, и перегружается на узкую колею. Это узкая, это, да? Узкая. И отправляешь его. Исключительно на экспорт, ничего из импорта мы не принимаем, только экспортные операции. Угу. Объем хранения при необходимости 45 тысяч кубов в двух ангарах. На сегодняшний день мы грузим плиту, грузим щепу. У нас здесь небольшой хаб, который собирает щепу и отправляет сморгонь для производства плиты. Грузим жидкие грузы, которые упакованы в контейнеры. Жидкие. Смола, которая производится в Могилеве. Это же он вывозит от нас полуфабрикат, можно сказать. А если бы он тут фабрику небольшую поставил по мебели, мы бы готовы поддержать тебя, если будет предложение. Выбирай место, да, вот вместе с ним, скажи губернатору, помощнику, скажи любому из них, они доложат, в каком месте ты будешь делать фабрику. Беру под контроль, поможем тебе во всем. В строительстве оборудование сам закупишь, завезешь, а по сырью у тебя его хватает. Оказывается, диктатура не так плохо. Я не говорю. Для производства, вот ты у него спроси, для производства нужна диктатура. Сказано, договорено, сделано. У вас же нет демократии в производстве. У вас конвейер идет, и попробуй не успей. Не успел, до свидания, потому что никто ж шутить не будет. Нет, я с вами согласен. Я ж не Дуда, я ж производственник, понимаешь? Вот так же, как и ты, от этой земли на заводе работал. Правда, железобетон у меня был. Не дерево, а железобетон. Там железно сказано, сделано, не сделано. До свидания. Да, до свидания, правильно. А тут демократия. Какая тут демократия? Спасибо.